Красота не имеет границ. В этом смогли убедиться свидетели незабываемого шоу, которое состоялось в городском центре культуры и отдыха. Впервые в Иванове состоялся конкурс красоты для женщин с поражением опорно-двигательного аппарата. Инициатива проведения такого конкурса пошла от самих женщин. Женщин с ограниченными возможностями здоровья, но безгранично красивыми и талантливыми. Не случайно, наверное, у нас День города проходил под девизом «Город Иваново – город добрых дел». И вот выбрали вот такой момент, когда у нас то женщины уезжают, в санатории были, сейчас вот все приехали. Мы буквально, наверное, за 2 недели подготовили вот эту программу, и вы увидите, насколько они сами интересны на сцене. Конкурсная программа не очень отличалась от той, что обычно бывает на конкурсах «Ивановская красавица» и «Миссис Иванова». Те же дефиле, нарядные платья, прически, вечерний макияж. Красавицы пленяли со сцены одним только своим внешним видом, не говоря уже о творческих способностях. Конкурсантки читали стихи о любви, представляли кулинарные изыски. Лариса Нестерова презентовала коллекцию вязаной одежды «Весенний калейдоскоп». Так и наряднее. Участницы конкурса доказали, что способны на многое, несмотря на то, что по сцене и за ее пределами приходится перемещаться на инвалидной коляске. Девочки пригласили на конкурс, что они вот так будут выступать, как пригласили на конкурс, чтобы показать людям, что даже в коляске жизнь не заканчивается, что можно жить, веселиться в любых ситуациях. Жюри не просто было сделать выбор. Звание «Мисс Красота без границ 2013» завоевала Ирина Сизова. Однако любая из конкурсанток была достойна титула победительницы. Девиз конкурса «Каждая женщина прекрасна и неповторима», «Каждая достойна звания королевы» очень точно отразил его содержание. Все участницы с легкостью выдержали испытания. Любовь Почерникова, Андрей Символков, РТВ Иваново.